Всем привет! Это интернет-магазин Макшоп. Мы сегодня, как и договаривались, в 12 часов разыгрываем супер конкурс наш. Три рюкзачка. Это рюкзак Космос, ушки и банан. Давайте я их вам покажу, как они выглядят. Вот он, рюкзачок Космос. Первый. Ну, кто займет первое место, сможет выбрать один из этих рюкзаков. Один из этих рюкзаков. Или же вот такой вот рюкзачок. То есть мы разыгрываем сегодня три рюкзака. И давайте еще раз об условиях нашего конкурса. То есть мы разыгрываем три рюкзачка. Победитель первое место выбирает один из трех. Второе место выбирает один из двух. И третье место забирает оставшийся рюкзак. То есть на выбор. Условием конкурса было сделать репост и запись закрепить на своей странице, либо же удерживать не ниже третьей записи. Ну, собственно, все достаточно просто. Много людей сделали эти репосты. Теперь давайте посмотрим, кто, собственно, сегодня станет тем счастливчиком, кто выиграет этот рюкзачок. Итак, мы уже запустили приложение Random Apps. Я выгрузил сюда всех участников. Вот 153 человека сделали репост и лайкнули на это сообщение. Ну, поехали. Первый человек, кто займет первое место. Итак, Анна Бутолина. Давайте проверим, сделали все правильно. Итак, смотрим. Вот есть закрепленная наша запись. И она не ниже третьей. То есть все правильно, все сделано. Мы поздравляем Аню. Мы с ней обязательно спишемся в ближайшее время, и она выберет один из трех рюкзачков, какой она пожелает. Итак, кто будет вторым победителем нашего конкурса? Делаем выбор, нажимаю. Марина Пшеницкая. Ну, смотрим, Марина, как она справилась с задачей. Запись закреплена. Она все сделала правильно. Поздравляем Марину. Мы с тобой тоже обязательно в ближайшее время свяжемся. Ну и кто стал обладателем нашего третьего места? Сейчас мы это проверим. Последний раз нажимаем и определяем. Злата Климик. Ну, давайте посмотрим, как Злата справилась со своей задачей. Ниже третьей должно было быть опущено. Ну, Злата участвует в большом количестве конкурсов, и, видать, она упустила свой шанс стать обладательницей одного из наших рюкзачков. Ну, давайте посмотрим, кто может заменить Злату на третьем месте. Мария Лисенчук. Давайте посмотрим, Маша, как ты справилась с задачей. Вот, собственно, Маша, тебе повезло, что у тебя запись на третьем месте. Мы поздравляем тебя. Мы с тобой тоже обязательно свяжемся и оговорим условия доставки ваших рюкзачков. Всем спасибо за участие. Мы будем разыгрывать и дальше подобные конкурсы. Возможно, не только рюкзаки будут, но и другие какие-то наши предложения. Это сумки, кошельки. Предлагаю вам подписываться на нашу группу, участвовать в наших конкурсах. Ну и также есть видеоблог, где мы показываем и рассказываем детально о нашем товаре. Тоже подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Ну и желаю всем удачи. Спасибо, до свидания.